Впервые Ульяновский областной краеведческий музей представил из своих фондов две большие естественно-научные коллекции – минералогическую и палеонтологическую. На выставке «Каменная летопись Симбирска. Сокровища фондов и новые поступления» можно увидеть предметы, заложившие начало коллекции, а также некоторые последние поступления. Одна из таких основных идей, которую мы закладывали в эту выставку, показать наших земляков, которые как раз занимались геологией и минералогией. Это три коллекции большие здесь представлены. Одна из них принадлежит Петру Михайловичу Языкову, старшему брату Николая Михайловича Языкова. И как раз он является одним из первых палеонтологов в нашей стране. Автор второй коллекции – Константин Андреевич Кабанов, знаменитый геолог и палеонтолог. Он собирал различные минералы на территории Ульяновской области и передавал их для изготовления наглядных пособий в университетах СССР. Еще одна коллекция принадлежит учителю географии из 31-й Ульяновской школы Сергею Бирюкову. Он был знаменит тем, что брал детей в экспедиции и таким образом прививал любовь к географии. Кроме того, Бирюков создал единственный школьный музей природы в Ульяновской области. Палеонтологическая коллекция состоит из остатков древних растений и животных, их следов жизнедеятельности, в основном мезозойского и четвертичного периода. Как раз силами некоторых жителей Симбирска и Ульяновска уже в дальнейшем как раз передавались фонды музея кости мамонтов, бизонов, носорогов. И достаточно часто их находили на Волжских островах, например, до затопления водохранилища. Вот как раз череп бизона – это одно из таких старых поступлений. Совсем из таких новых поступлений вот можно отметить челюсти копытных животных, которые тоже в этой витрине сверху находятся. Тут крестец тура. Тоже, ну, вот родственника бизона, по сути, копытного зверя такого. В центральной части экспозиции находится череп плеозавра. Сотрудники музея решили не выкладывать весь скелет, который состоит из 262 костей. Скелет этого плеозавра был найден в начале 2000-х годов на берегу Волги, около поселка Сланцевый рудник. Это как раз в рамках таких мониторинговых работ нашим палеонтологом Глебом Николаевичем Успенским был найден фрагмент скелета. Чуть больше месяца происходило как раз извлечение этого скелета из берега, а потом уже на протяжении нескольких лет этот скелет готовился к передаче в фонды музея, отделялся от породы, консервировался специальным образом, чтобы эти костные остатки просто не разрушились на воздухе. На выставке есть и одни из последних поступлений – несколько кусочков аметиста, привезенных с Кольского полуострова, и кусочки янтаря с инклюзом. Если присмотреться, то внутри можно увидеть муравья, который попал в смолу несколько миллионов лет назад. Отдельное место в экспозиции занимают материалы, поступившие в фонды музея в 21 веке – разнообразные раковины аммонитов, симбирцитов. Им нет аналогов в мире. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.